И всем привет, ребят! Вы на канале RunMix, и сегодня я хотел бы поиграть с вами в игру под названием Build a Bridge. Что нужно делать? Ну, по сути своей, нужно строить мосты, чтобы через них могли переезжать машины и там разная другая техника. Качество игры у нас стоит на ультра, и давайте, пожалуй, начнем. Так, посмотрим, что тут у нас вообще есть. Про эту игру я мало чего слышал, я видел некоторые обзоры на ПК-версию, на телефон я ее не видел. Итак, давайте пройдем обучение. Добро пожаловать в обучение. Чтобы построить дорогу, выберите значок. Ну, это логично. Как понимаю, нужно протянуть. Да, и отсюда еще протянуть. Да. Значок дерева. Автомобиль не могут ездить по дереву. Понятно. То есть мы это будем использовать как укрепление нашего моста. Пока что все довольно просто, но мне кажется, подвох будет рано или поздно. Так, и значок, чтобы машина начала ехать. Отлично. Не, ну естественно, мы прошли, ведь это обучение нам рассказывает, как пройти. Ну давайте далее. Опять, скорее всего, обучение будет. Все дают деньги, но я сразу скачал взлом, потому что я думал, что будет реклама или вдруг что нам понадобится. Я, конечно, сторонник таких игр взломанных, но иногда, когда много рекламы или что-то нам да не разрешают, я скачиваю взломку. Так, дважды это удалить, я понял. Ага, понял. А сразу протянуть вдоль нам нельзя. Вот это плохо, конечно, что нельзя, ну, наверное, так даже лучше, как блин, у меня на улице будет, походу, дождь, если слышно шум, то извините меня, пожалуйста, я не виноват. Так, и все, поехали. А, интересно, она нам все время будет показывать, мне как строить дорогу, или это, типа, тяжеловозом, т.д. Ну, понятно, 3 звезды, 2 уровень, это все понятно. Давайте дойдем. Вот до этой вот фигни давайте дойдем. А там дальше посмотрим. Кстати, насчет АРК и ПАБК. Ну там довольно все сложно. Я только сегодня обновил свой Android, и поэтому я не знаю, может оптимизация получше стала и в АРК была обновлена. Мне кажется, что все-таки я буду снимать. Я говорил, что скорее всего нет, но я буду снимать. Игра мне понравилась. Так, сегодня конструкции повышают устойчивость моста. Я понял. Вот, теперь нам не дают макет. Так даже лучше на самом деле. И скорее всего вот так. Ой. Так. Так. А, так еще можно? Нет, так нельзя. Я думаю, должна проехать. Да, отлично. Очень хорошо. Я понял тебя, да? Так, 4 уровень, вот это интересно. Там еще какой-то мир нам предлагают, но я думаю, это мы как-нибудь потом посмотрим. Сейчас я хотел бы пройти саму кампанию. Пока что мне игра нравится. Довольно неплохая. Подсказки. Ага. Я понял, что можно. Покажите, как построить его. Постройте его за меня. Давай за меня. Ага. Блин, а это уже сложно. Ай-яй. Провал. Неудача. И вот так вот. И давайте так. Так. Ай-яй. Скорее всего, вот так. Должна пройти. Я думаю, должна пройти. На самом деле, я бы, скорее всего, и без обучения его прошел. Ну, это легкий уровень. Ну вот, и... А, 2 звезды. Походу, можно было использовать меньше материалов, мне кажется. Я не смотрел гайдов. Да, скрытый уровень, это надо все на 3 звезды проходить, наверное. Или из-за того, что мы подсказку юзали, но нам сказали так ее заюзать. Ну да, ладно, проехали эту тему. Ого.
Так, трамплин сделать, понял. Я понял. Как мы его будем делать? Ох, ай-яй. Так, так. Так, вот. Я думаю, так должно прокатить. Вот так. Ай-яй, так. Так, давай, давай, давай. Не дотягивается. Я не могу понять. Ладно. Ой, ё-моё. А насчёт этой конструкции я уже на самом деле не особо уверен. И давайте, пожалуй, вот так. Ну, давайте попробуем. Так, 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 так. Ай-яй-яй. Ну, в принципе, мост выдержал. В принципе, всё хорошо. Давайте потом как-нибудь. Всё-таки играю взлом, будет оценивать как-то не очень. Я же не настоящую игру играю, да. Может, там тоже мало рекламы, но на всякий случай, чтобы перестраховаться. Уже 6 уровень. Так. Ультра-графика. Ну, в принципе, как таковых подлагиваний нету. Тросы. Тросы будут поднимать, я так понял, да? Блин, плохо запомнил картинку. Это на самом деле... Ой, как плохо. Можно на самом деле и без тросов построить. А, тросы это чтоб держало, наверное, поднимало. Ну ладно. Хорошо. Почему нет? По два троса на сторону, я понял. Все, едем. Ой, ё-моё. Да, нормально проехал. И давай, не подойди. Ну, в принципе, да, ну, я по картинке его построил, это было логично. 3 звезды, хорошо, окей, я понял. Скрытый уровень. Получать ежедневные бонусы. А, понятно. Ого. Давайте попробуем до 10 сегодня дойти. Остальное потом. На заднем плане, может, слышно дождь, но особо не обращайте внимания. А может и не слышно, я еще не знаю, как я в монтаже все сделаю. Так, если потратить мало денег, лучше будет. То есть можно за вот этот вот будет, скорее всего, зацепить тросом, я понял. Я понял, что если... А, у нас есть деньги, надо уложиться. А вот про это не было сразу написано. А. Ого, ай-яй, извините, не заметил. Да, на улице пошел дождь. Я извиняюсь за шум, если его сильно слышно. А, так, так, так. Давайте так попробуем. А, здесь я не знаю, здесь опор нет. Можно протянуть его аж вот сюда. Давайте попробуем. Почему нет? В принципе, бюджет там уложен. Да, отлично, отлично. Ай-яй-яй. Ну мы проехали, ребят, мы проехали. Ну все нормально. Даже да. Я не сильно понимаю, почему так звезды начисляют, ну да ладно. Так. Ого. Давайте. Давайте попробуем. Наверное, чем меньше денег мы вложим. Так. О, ё-моё, это скорая помощь. Я не хочу, чтобы она упала. Треугольные конструкции очень несущие. Но это мы поняли еще по гайдам. Да, когда нас еще. Ой-ой, по инструкции учили. Там было и так понятно, что треугольные конструкции, скорее всего, надо внизу построить. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ну, давай. Давай, почему нет? Почему нет? Я не понимаю, это глюк игры, наверное, был. А. Вот. Треугольные конструкции, да? Окей, ну давайте попробуем вот так. И вот так. Ой. Что-то, наверное, не то мы сделали с вот этой. На самом деле странная конструкция, ребят. Ну, и давайте еще напоследок укрепим как-то вот так. Блин, это странная конструкция, мне кажется, машина не проедет. Давайте попробуем. Ой-о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 й.
Плохой, наверное, из меня инженер будет, ребят. Ой. Нет, там не надо. Давайте повторим. Как все снести? Кстати, я думал, как насчет вот такой вот конструкции и тросом натянуть. Она будет держаться? Давайте сразу проверим. Ой. Машина ехала. Так, может, надо еще вот так как-то укрепить? Скорее всего. Так, давайте попробуем. Тут мне кажется, что мы не очень хорошую конструкцию построили. Да. Это ужасно, ребят. Это ужасно. Так, можно это все снести как-то? Угу. Да. Ой. Да, хочу все очистить. Подсказку использовать. Давайте еще сами попробуем. Самим гораздо интереснее, чем подсказки использовать. Оно говорило про треугольные конструкции, да? Давайте попробуем что-нибудь такое сделать. Например, сделаем... Почему-то доски не особо хотят строить треугольные конструкции. Ай-яй, как все плохо. Ой, тогда я, получается, здесь накосячил. Так. Ой. Блин, плохо видно, на самом деле. Так. Ай. Нет, я не это хотел сделать. Так. Ой. Ну. Стоп. Вот. Я не знаю, получится, нет. Наверное, еще с этой стороны надо. Да, с этой давайте попробуем по вот такой конструкции. Может, с этой будет лучше. Так. И давайте на всякий случай тросом. Блин, странная фигня. Но она держится. Давай, держись. Ё-моё. Ой-ой. Не получилось, на самом деле. Давайте достроим. Нет, убери это. Так. Давайте укрепим для надежности, чтобы мост не болтался. Ну, давай, попробуй, машина, приехали. Так, вроде держит. Отлично, мы сделали это. Мы проехали. На сколько звезд? На одну звезду. Ну, это плохо, что на одну звезду. Мы же играем по-честному, без подсказок. Так, и это у нас уже 9 уровень, еще его попробуем и 10 пройти. Дальше будет в следующей серии, скорее всего. Буду тоже по этой игре, наверное, снимать. О, гораздо крепче длиннее, но дороже. Да, нет, это да. Да. Так. Блин. Мне уже это не особо нравится, идея. Так, скорее всего, нужно использовать треугольники наши. И давайте попробуем еще сделать вот так. Вот с этой стороны, мне кажется, у нас все очень плохо. Очень-очень плохо. Блин, попробуем это исправить. Так, аккуратно. Вот. Что пишет бюджет? Что-то с бюджетом не так. Ладно, давайте попробуем. Ой. Блин, я забыл, это же как палки используются. Да, хочу переделать. Это ужасно. Это очень плохо. Прям настолько все плохо. И странно. И плохо.
Я пытаюсь хоть что-нибудь поставить на самом деле сейчас. Я сомневаюсь, что хорошо получится, но должно получиться. Продолжаем строить. И чего-чего. Давайте еще попробуем вот так вот провести. Ой-ой, ну ни за что не закреплено, это очень плохо. Ой, я не знаю, что делаю. Давайте вот так. Блин, нет. Наверное, правильнее будет вести отсюда. У вас не получится. Я знаю, у нас все получится. Подожди. Ой. Так, ну одна сторона держится, а вот вторая что-то не получилось. Мне кажется, это проблема из-за этой конструкции. Можно попробовать тросом. Блин. Сейчас бы трос нормально провести. На самом деле это, наверное, плохая идея. О, средина. Теперь у нас все плохо со срединой. Хорошо. Починим средину, давайте. Так. Все, я думаю, должно сработать. Ё-моё. У нас перевес моста получается. Ну хорошо, повторим. Только сделаем с тросом по-другому. Примерно вот так. Еще может как-то крепить конструкцию, а то у нас здесь перевес получается, а за это нельзя, да? Это плохо. Хорошо, давайте попробуем. Примерно вот так. И вот так. Я не знаю, что это даст, но что-то это даст. Ой, давай, ё-моё. Давайте попробуем еще раз. Вот здесь, мне кажется, это из-за троса все. Ставим дерево. И давайте сверху треугольниками. Оно нам говорило, что треугольниками бюджет, ё-моё. Хорошо. Попробуем так. А здесь как аккуратно. Давайте попробуем. О, отлично. Держись, ё-моё. Я понял все. Я понял все наши ошибки. Нужно достроить крепление здесь. Ладно, давайте попробуем так. Так. Давай, ё-моё. Центр не выдержал, да ё-моё. Хорошо. Окей. Давайте снесем все, что есть здесь. Поставим вот так вот. Вот так. Так, блин, не хватает. Ну ладно, давайте попробуем. Держись, пожалуйста, держись. Ё-моё, опять поломался. Ну, это я не знаю. Вот здесь он ломается, получается, да? Давайте сделаем. Нет, мы попробуем без подсказок. Спасибо, но мы без подсказок пробуем. Вот так. Аккуратно. Давай. Да, получилось. Хоть мост и сломался, но у нас получилось. Так, это последний уровень, который мы за сегодня пройдем. Давайте пройдемте его. Блин, вот не знаю, что сказать насчет игрушки. Игрушка увлекательная, игрушка интересная. Но сложная. Ну да, в принципе. Чтоб ничего мог сказать насчет этой игрушки. Нормально мост не могу построить. Но треугольные конструкции, походу, все решают. Так. Эх, не достает. Давайте так. Так. Трос, я так понимаю, надо не один здесь. А два. Здесь надо треугольные конструкции.
сыра. До, до, так, так, так. Так, отлично. Пока что все идет отлично. Но что тогда? Я так и знал, я так и думал, что что-то у нас пойдет не так. Вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Давайте попробуем. Блин, я думаю, что тросы не выдержат. Они не выдержали. Это хорошо. Отлично, мы построили эту дорогу с первого раза, ребят. Да, треугольники все решают. Отлично, даже на две звезды. Хорошо. На этом мы, пожалуй, закончим эту часть. В следующей части мы попробуем пройти остальные уровни. А с вами был Ранмикс, и всем удачи!